Сегодня, правильно? Да. Тема сегодняшней лекции. Подожди, а как же? Основная. Что нужно было сделать? Тема счастливее. Отдать до полетели. Если бы я точно знал, вы все отлично готовились к ЕГЭ по информатике, этой темы не было бы. Что есть ЕГЭ по информатике? У меня есть процент тем, кто сдавал ЕГЭ по информатике. Я думаю, пятая часть, четверть наберется. Все, как я вскарать. Итак, тема позиционные системы счислений. Давайте начнем с более общего. Система счисления вообще. В принципе, самое простое счисление, оно в чем-то, в каком-то смысле, аналоговое. Да? Вот увидел три рыбы, ну аналог какой? Три. Ну вот надо что-то схватить, три, и показать информацию. Три мелка, да? Надо сказать, что вот эта вот система, она существует до ныне, называется она унарная. Унарная система счисления – это непозиционная система счисления. То есть все системы счисления делятся на непозиционные и позиционные. В принципе, можно было бы сказать, что можно еще придумать способы кодирования чисел. Но вот я сейчас делаю дихотомию. В непозиционных системах счисления от местоположения цифры мало что зависит. То есть, ну и более того, такие системы счисления изобретены почти во всех цивилизациях. Вот я еще раз говорю, так называемая унарная система счисления является основой, ну, например, римской системы счисления или египетской системы счисления. Когда надоедает уже рисовать палочки, вот тогда уже используются другие значки. Тем не менее, да, когда у нас используется там несколько значков, давайте, десятки, да, это у нас для палочек, это у нас 10. Да, вот, это у меня что получается? 10, еще 10 и еще 10. То есть можно поставить здесь как бы значок плюс. Да, вот давайте римскую запишем. Египетскую я уж не буду писать, давайте еще греческую запишем. Греческую, плюсики могу убрать. Греческая. Система счисления. Она очень интересна, она отличается от римской. Существенно. В частности, у них там разные буквы есть для каждой цифры. Но тем не менее, система не позиционная. Вот это цифра 100. Одной цифрой записывается число 100. Понятно? Ро. Правда, легко перепутать с буквой, наверное. Да, число можно, поскольку записывается буквами, да, ну или альфа. Альфа у них это единичка. Ну логично, да, альфа, бита, амма, да, дельта, дельта. Ну, надо сказать, что там все-таки не вполне по алфавитному порядку, потому что древнегреческий язык, он имел историю свою, и были устаревшие буквы, которые устарели уже тогда, но в цифрах они остались. Вот, ну там, не знаю, там, и еще написано. Ро, альфа, и. Но это вот это 10. Это 10 в греческой системе счисления. Я почему знаю? Есть система счисления, которая является калькой из греческой системы счисления. Вот, и используется до сих пор. Это церковнославянская. Когда Кирилл и Мефодий переписывали, собственно, Новый Завет и Ветхий Завет на славянскую азбуку, которую они создавали, они во многих местах поступали так, они придумывали хорошую кальку. Ну, например, сложносоставное слово, да, и вот каждая часть слова переводится и объединяется как в одно слово, да, Theotokos там и Богородица, да, это вот забавная калька, когда раз перевели, два перевели, получилось переведенное слово, но как калька. Вот они сделали кальку и систему счисления, за счет этого легкий перевод был чисел. Вот. Ну, например, вот, соответственно, в церковнославянской то же самое число 111, оно будет записываться словом «рай». Вот. Но надо помечать, есть такая штучка для того, чтобы отмечать, что это все-таки число, а не слово. Не перепутать. Вот такая тильничка. И понятно, это не слово, это число.
Я к чему? Даже здесь, в принципе, не определяет позиция ничего существенного. Более того, это 1, это 10. То есть 101 на дцать. Понятно? Здесь вот эта логика последовательная. Я не знаю, греческий, кстати, может быть там и наоборот. Но смысл следующий, что в этих всех системах вычисления от позиции ничего не зависит. Какие минусы? Ну, плюс, в принципе, можно записывать числа. Минусы. Нельзя записать число 0, нельзя записать отрицательные числа. С другой стороны, их изобрели не так сразу. А позиционная система вычисления, насколько я знаю, первая позиционная, известная сейчас, это вавилонская. Я не нарисую вам этих символов. Я не уверен, но, по-моему, она была 12-ричная и как бы 60-ричная вавилонская. И элементы от нее до сих пор в наших часах, например, да? Часов не висит. Да, ну, тем не менее, да, 24 часа дважды по 12, да, то, что у нас 360 градусов, это все наследие оттуда, из Вавилона еще. Так вот, они придумали, но они не придумали цифру 0. Они записывали так, у них, я не еще раз говорю, не изображу это, но можно себе представить арабскую систему числения, у них 105. Понятное дело, что мне единичку надо сдвинуть еще на одну позицию. Они ставили разделитель разряд. То есть тут пропуск разряд, что тут вот смещается дополнительно. То есть, ну как бы, какая-то модифицированная цифра 0, можно считать. Тем не менее, числа 0 не знаю. Ну, в общем, смысл в чем, что... Я буду все равно их писать уже нашими арабскими цифрами. Десятичная система. Она вам всем прекрасно знакома. Между прочим, 12-ричная с ней довольно долго сражалась. Успешно. Там признаков делимости побольше, чем у нашей. А почему наша победила? Десятичная система вычисления. Ну ладно. Двоичная система вычисления. Ну и еще. В принципе, произвольная, да, там подойдет. Куричная система вычисления. То есть с любым основанием. Самое страшное, вы знаете, с нецелым основанием. Такие есть? А? Такие с дробным есть. Так и есть. А еще бывает такая, в которой знакопеременная. Так называемая троичная сбалансированная система вычисления. Между прочим, она классная. И есть перспективы ее потенциального использования в будущем вычислительной техники. Она для вычислительной техники подходит чуть ли не лучше, чем двоичная. Неплохо. Троичная сбалансированная, в которой 0, 1 и минус 1. Вот такая забавная система вычисления. Это не является темой, мы сейчас не будем в это углубляться. Я по классике сейчас буду рассказывать. Вот. Ну что, значит, что мы должны знать из вообще куричных систем вычисления? Как? Первое. Как? Интерпретировать число, записанное цифрами. Ну, давайте так, начнем со следующего. Всего в куричной системе исчисления у цифр. Какие из этого выводы? А, да, и еще. Есть естественно, цифра 0. Да, нам очень важна здесь цифра 0. Значит, у цифр, получается, что число у куричной системе исчисления нельзя записать одной цифрой. В десятичной системе исчисления нет цифры 10. В двоичной системе исчисления нет цифры 2. Понятно, логика, да? И это первая цифра, которая записывается, первое число, прошу прощения, которое записывается двумя цифрами. Ну, естественно, что мы сделаем пометочку вот такой в основании У. Теперь давайте попробуем с вами интерпретировать какое-нибудь число. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе числения. Как нам интерпретировать это число? Давайте возьмем что-нибудь тяжелое и ударим по этому числу сверху. Бдыщ! И это число развалится у нас сейчас на 4 числа. 1 и 3 нуля, 2 и 2 нуля, 3 и 0, 4. Я к чему сейчас? Дело в том, что нет позиционной системы числения. Почему от них произошел отказ? В частности, от римских. Империя просто, представьте, империя огромная, вся писала вот этими числами. На них невозможно умножать. Ну, представьте себе, что вам надо умножить, складывать в них легко.
Ну как сложить вот в унарной системе числения, сложить 4 и 3? Взять и написать рядышком. А вот сложил. Складывать легко, а умножать. Вот, например, в римской системе числения. Умножьте мне, пожалуйста. Вот это. И ну, я использую здесь число 100. Да? 100, ну, не знаю, давайте 12. Не переводя в десятичных позиционных. Как это можно, но так я уже не помню. Самый простой способ это использовать абак. Я вам упоминал абак, помните? Да, да. Счеты. Вот, самое простое просто на счетах. Потому что неудобно. Вот, в позиционных... Нет, на счетах. А на счетах механизм умножения легкий. Вы что, не умеете умножать на счетах? Нет. А там все даже делить можно. Ну, учите. Да. То есть, ну, у них получается, что позиционный принцип, он был использован именно в вычислительном устройстве, а не в самой системе числения. А у нас он спрятан уже в самой системе числения. Позиционный. Короче говоря, да, здесь у нас возникает сложная достаточно задача, и устный счет на римских и других... Нет, ну, на самом деле, если бы мы все люди считали его так же, нам было сложнее вот эти сейчас смотреть и умножать. Да, дело в том, что арабские цифры и позиционная десятичная система числения, она выиграла в жесткой конкуренции. Она именно выиграла, будучи, та была широко распространена, а эта была мало распространена, то есть это именно был захват, и она вытеснила ее полностью практически. Сейчас. Римская, она где-то, ну, на часик автоматик была, ты написано. Ну, я имею в виду, что если бы римская вычислила, то мы сейчас бы также смотрели на арабскую. Нет, не так же. Мы бы смотрели как на классную фичу, которую стоит забыть. А сейчас мы смотрим. А на римскую мы смотрим как на историю. Ну, то есть нет желания переходить на римскую ради вычислений. Она неэффективна, а уже вычислить. Я к чему? Все правила вычисления в столбик, которые вы знаете из школы, работают в любых позиционных системах числения, независимо от основания. Поэтому я, собственно, и сделал вот это обратное разложение. Ну, то есть, я сделал, по сути, ну, как столбик, только я написал. Я знаю ответ заранее. Я сделал так. Я сделал просто то, что нолики прописал, то есть, отдельная цифра попадает в отдельное число. Что у меня получается? Теперь вопрос, а как мне интерпретировать вот эти числа? Что это? Ну, 4 единицы, это понятно. А что такое 3-0? Это 3 раза по 5. Это значит, что тройка стоит не в своей собственной позиции, не в позиции единиц, а она в Q раз круче. То есть она действительно 3, ну и только не десятки, да, а 3 в пятерке. Да, то есть 3 умножить на 5. А здесь что? Двойка, которая еще больше в 5 раз, чем двойка, которая стояла. Да, 25. То есть получается 5 и 5, да? Или 5 в квадрате. А здесь единичка умножить на 5 в кубе. Ну понятно, что это для того, чтобы сообразить, не обязательно вот это вот каждый раз выписывать в столбик. Достаточно просто сказать, сколько у каждой цифры нулей после нее, ну или индекс позиции. У четверки 0 нулей после нее, у тройки 1 0 после нее, у двойки 2 нуля после нее, у единицы 3 нуля после нее. Значит, можно написать, и называется это, развернутая форма запиши. Итого, я могу это записать просто в линеечку. 1 умножить на 5 в кубе, плюс 2 умножить на 5 в квадрате, плюс 3 умножить на 5 в первой, плюс 4. Ну, для параноиков можно написать умножить на 5 в степени 0. Итого 194. А? 194. На самом деле здесь можно продолжить и написать запятую, в принципе. 1, 2, 3, 4, вот цифру 5 писать нельзя, давайте что-нибудь напишем. Ну, снова давайте 2 напишем. Это получится плюс 2 умножить на 5 в степени минус 1. Ну и можно продолжать желать. Я сотру это дело. Вернем обратно. Посчитаем туда, что получается. Что у нас получается? 125
плюс 50 плюс 15 плюс 4. Итого 4. Здесь у нас получается 9. Здесь у нас получается 1. 194 в десятичной системе числения. То есть мы научились с вами переводить число из уличной системы числения в десятичную систему числения. То есть перекодировать его в привычный нам код. Десятичная всего лишь привычная нам. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы с вами сейчас переведем обратно. Но для этого я хочу вам рассказать так называемую схему Горн. Есть ведь и другой способ узнать, что значит это число. Давайте рассмотрим последовательность чисел. Чему равно число 1? Оно равно 1. А чему равно число 1, 2 в единичной системе? Оно равно... То есть, а что произошло? Я добавил новую цифру. 8. Оно 7. Равно... 8. Очевидно, предыдущее число с дописанным нулем, да? Плюс 2. 8. Ну, в пятеричной. И, короче говоря, предыдущее значение, домноженное на 5, плюс следующая цифра. Так, логика уже более-менее понятна. То есть я беру предыдущее число, его значение, сейчас не сильно. То есть когда я захочу узнать, какого значения числа 1, 2, 3 в пятеричной системе числения, то есть как бы сейчас я хочу дописать еще одну цифру туда. Да? Как вкрутить мне еще одну цифру? Я беру, домножаю это дело на 5. Да? То есть это что? 1, 2 я домножаю на 5. 1, 2 в единичной домножаю на 1, 0. 1, 0 это 5. Пятеричная система числения. Это сейчас я немножко смешиваю. Это пятеричная, это десятичная. Да? 1, 2 в пятеричной умноженное на 5 плюс 3. Ясна логика? Да. Таким образом, значение 1, 2 в пятеричной у меня уже есть. 5 и 7, 35 плюс 3, 38. Итак, мне теперь известно, что равно число 1, 2, 3 в пятеричной. 1, 2, 3, 4 в пятеричной чему равно? 194. 38 умноженное на 5 плюс 4. Ясна логика? Давайте я теперь сделаю это, опять же, я сейчас это сделал прям последовательно, чтобы вы поняли логику, да, доклеивание цифры к числу, там, в соответствующей куричной системе числения. А теперь я возьму число 1, 2, 3, 4, и слева направо буду, беру цифру 1, ну, понятно, что 194. Беру цифру 1, это последняя цифра, нет, домножаю на 5, прибавляю 2, беру в скобки, это последняя цифра, нет. Домножаю все предыдущее на 5, прибавляю 3. Это последняя цифра? Нет. Домножаю все предыдущее на 5, прибавляю 4. Ясно? Это называется схема Гордера для систем числений. Этот механизм хорошо работает с советскими калькуляторами, которые не обладают запоминанием приоритетов операций, и они умножают сразу после того, как был плюс, там, они скобку не ставят никак. Поэтому там получается, что каждый раз, когда нажимаешь, вот на калькуляторе однорегистровом можно вычислять число слева направо. Это удобно чисто технически. Не надо вычислять тегами. Вот. Поэтому схема Гордера, она удобна для вычисления на простом калькуляторе. Вот. А теперь смотрите. Допустим, я не знаю, какое было число. И хочу перевести 194 в пятеричную систему счислений. Что я могу сказать сразу? Давайте верну сюда. Что я могу сказать сразу? Что последняя цифра это остаток при делении на 5. Да, то есть все остальное делится на 5, а последняя цифра это остаток при делении на 5. Получается, что я вычисляю минус 100. Так, сейчас 15, 3, да, тут у нас остается 44 минус 40, то есть 8. Да, минус 40, прошу прощения, 44 минус 40, а с частной 4, 38. Так, дальше.
38 это у меня частное, то есть все оставшееся число без последней цифры. Понятно? Как будто я зачеркнул последнюю цифру. Таким образом, 38 продолжаем делить на 5, минус 35 это 7, а частное 3. Продолжаем частное делить, остаток 3, продолжаем частное 37 делить на 5, получается остаток 2, а частное 1. В тот момент, когда частное становится меньше, чем делитель, мы берем и записываем все эти цифры взад наперед. 1 на 3, 4. Алгоритм понятен? Да. Делить до посинения, записывать все остатки. Кстати, если какой-то остаток будет нулем, мы его все равно записываем, этот ноль это цифра, и она сдвигает все остальные. В общем, теперь у нас есть механизм перевода из десятичной в произвольную куличную систему исчисления. Ну супер, казалось бы, счастье. А из любой системы исчисления в любую мы умеем переводить. Да, ну можно через десятичную это сделать. Из семеричной в девятиричную, пожалуйста. Из там, не знаю, двадцатиричной в двоичную, пожалуйста. Тем не менее, хотелось бы рассказать вам поподробнее про продвинутые методы для двоичной системы исчисления. Дело в том, что у двоичной системы исчисления нет многих проблем, связанных с... Двоичная система исчисления. Замечательная система исчисления. Ну, во-первых, таблица умножения. Таблица умножения. 0 умножить на 0, это умножение. 0 умножить на 0, 0. 0 на 1, 1. 0, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Все, мы выучили таблицу умножения. 0 на 1, 0. А, я сказал, 0 я написал. Таблица сложения. Ой, много написано. 0,1. Вот, что у нас? 0 плюс 0, 0, 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0, 1, 1 плюс 1. 1, 1. 2, ни в коем случае не 10. Убью. 1 плюс 1, 2. Вопрос в том, как это 2 записать. 1, 0. А вот записывается он 1, 0. Не надо читать это как 10. Это не 10, это 2. Понятно? Надо просто мозг сюда повернуть. 2. Понятно? Это 2. На вас смотрят, а он говорит, нет, это 2. Понятно? Это двоичная система исчисления. И это 2. А 10 записывается по-другому, сейчас узнаем. Короче, мы выучили двоичную таблицу умножения и сложения. Значит, мы в двоичной системе исчисления можем очень легко выполнять любые действия. Ну, например, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, плюс... ну, допустим, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Извините, это моя информация. Пожалуйста. 1 плюс 1, 0, точка. 1 плюс точка, это у нас 1 плюс 1. 0 и точка в следующий раз, ну, все нормально, да? У нас единица является одновременно самой младшей значащей цифрой и самой старшей значащей цифрой. То есть она как бы девятка. Я когда к девятке прибавляю единичку, мне что, мне переполнение разряда. Да, точка в следующий раз. Вот так и тут. 1 плюс 1 плюс точка. Так. Это значит, нам надо туда еще одну единичку. Никаких проблем. 1, 1 получится. Значит, что это? 1 плюс 1 плюс точка, это единичка и точка в следующий разряд. Ну, то есть, эта единичка пишется в разряд, а эта пошла точкой в следующий. 1 плюс точка, 0, точка в следующий разряд. 1 плюс 1 плюс точка, это 1 и точка в следующий разряд. Здесь 1 плюс и точка, это 0 и точка в следующий разряд, где ровненько единичка и еще единичка. Все, вот я вычислил сумму двух чисел в двоичной системе исчисления. Логика тривиальна, понимаете? Работы много, но она отвечает тому, что я реально два числа подкладываю. Но сама работа тривиальна. Именно поэтому она легко поручается сумматором, состоящим из электрических логических схем. Да, электронно-логические схемы, раз, и можно перемолоть. Если бы у вас были радиолабы, вы бы это дело, может быть, ну, хотя бы разрабатывали. Так, ладно. А что же за эти числа я сложил? Давайте покажу быстрый способ интерпретировать число. Ну, в двоичной системе числений легко интерпретировать. Во-первых, я знаю наизусть
основания, прошу прощения, степени двойки до 11-12, да, вам до 10 вот стоит знать, а какие степени двойки? 2, 4, 8, 16, 32, 24, 128, 36, 112, 124. Что-то частить, надо порох. 128, 256, 512, 1024. Да, кстати, тут я про 1024 тоже скажу. 1024 это злое число совершенно, потому что оно похоже на 1000, знаете? Да. Да, из-за этого есть такая проблема, что в одном кбайте, сколько? А это вопрос. А у меня к вам вопрос. А вот эта буковка К, она в системе C есть? Есть. Есть. Нету. Ну, точнее, есть для кельвинов там, да? Как приставка нету, она К маленькая, и она означает кило. Это не системная единица, ее нету в системе C. Понимаете? Не системная. Есть или. О! Есть такой человек в этой аудитории, который знает. На самом деле в ЕГЭ используются неправильные обозначения, если говорить именно про ЕГЭ по информатике. Но в мире уже давно эта проблема решена. Уже лет как больше 20, мне кажется. Это где-то в 90-х там в Европе стандартизировали, в Америке стандарт был. Вот, дополнили систему C, что называется, физики с информатиками, такие договорились, чтобы информатикам тоже было удобно. На самом деле это называется KB-байт. По-русски пишется вот так вот. KB-байт. Отличие KB-байта от... Да, вот надо понимать, что KB-байт это не килобайт. Я пишу законную, правильную, маленькую K. Да? Это не равно. Их отличие на 2,5%, 2,4%. Да? Вот. Вот. А 1 мегабайт отвечает уже почти на 5% от мегабайта. Тибибайт на... А, прошу прощения, гибибайт на 7%, тибибайт почти на 10%. Понимаете, да? Вы купили Винчестер в терабайт. Смотрите его, вам Windows показывает, его измеряет в тибибайт, и вы говорите, где мои 10% емкости? А они просто... Не обманывали, они честно написали вам в соответствующей системе единиц. Знаете, правильно не говорить килобайт. Это ложь, вранье. Ну или тогда уж, если вы говорите реально килобайт, то это 1000. Будьте, пожалуйста, как физики, да, как учащиеся в МФТИ, к этому педантично точны. Хорошо? Вот. Просвещайте ближних. А то у нас в России до сих пор это крайне широко используется. Ладно. Я заговорился немножко про степени двойки. Смотрите, одна, два в седьмой. Ну зачем мне писать одна? Ну понятно, что один умножить, но один умножает на что угодно, это оно и есть. То есть просто два в седьмой. А мне два в седьмой вычислять не надо, оно лежит в памяти. Это 128. А? 64 там нету, 32 нету, о, там есть 16. А я сразу в стол буду выписывать. 128 плюс 16 плюс 8 плюс 4 плюс 1. О. То есть я могу это число переводить, если оно не очень большое, из 2,7 тысяч, то просто вот так вот поправить. Угу. А если в числе куча единиц, там есть еще один хитрый способ. Сейчас покажу. Ну, складываем, что получается? 10, 6, 7, 2 точки сюда. Здесь получается 5, 157 получилось. Да? 157. А что делать, если куча единиц и там один нолик, например, торчит? Ну что это за число? Смотрите, 1, 1, 0, 1, 1. Это на самом деле что? Я опять его 1, 1, 1, сделаю 1, 1, 1, так, 1, только 1, по-другому. Я скажу, что это число равно у меня всем единичкам за вычетом 1 и 3 нуля. Логично? Угу. А что вот это за такое волшебное число, которое из одних единичек состоит? Это 1, 2. Это без единички полная степень двойки. Угу. Ну, мы с вами в самом начале там разбирались с этими позициями. Но когда у меня есть какая-то цифра х 0, 0, 0, то, да, то это что такое? Это значит, что это х
умноженное на q в степени 3, да? Ну или короче говоря, если у меня там 1 и 3 нуля, то это просто q в степени 3. Количество нулей, соответственно, единичка с количеством нулей, это соответствующее число. А это у меня не до 2 в степени 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не до 2 в шестую. То есть 64 за вычетом кого? 8. Минус 8. Получается 56. Логично? Я не буду там сейчас проверять, оставим. Так, с действиями в двоичной системе числения разобрались. Давайте с вами попробуем сейчас просто тупо посчитать в двоичной системе числения. А вот что-нибудь интересное выйдет. Там не 63. А? Там 63. А, что ж, правильно. Спасибо, 63. Я могу по четности сказать, число там у меня нечетное, а тут четное получилось. Да, там у меня остаток единичка для нечетного. Кажется, 55 получается. Так, заголовочек дайте сразу. Связь двоичной, восьмеричной и шестнадцатиричной системы числения. Не звонок? 0, 1, 1, 0. Это что пишу? Это я пишу числа. Я вот так все сразу беру. У меня тут идет двоичная система исчисления. Тут будет четверичная. Тут будет восьмеричная. Тут будет шестнадцатиричная. А здесь снова будет то же самое. Двоичная, ну только четыричная, наверное, запущу во втором столбике. Восьмеричная, шестнадцатиричная. Вот такой сейчас я там еще буду. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Это что за числа? Это 0, 1, 2, 3. Ну логично, что восьмеричная, шестнадцатиричная цифр еще много. Пока что числа записываются одной цифрой. И там, естественно, используются точно такие же цифры. 0, 1, 2, 3. А вот дальше, у меня в четверичной происходит переполнение. Цифры кончились. Там было 4 цифры, и все заслужились. Ну, используем следующий разряд. 1, 0. В этот момент в двоичной системе числения происходит двойное переполнение. Как к 99 прибавляю единичку, я раз-раз перепрыгнул и все. Давайте сделаем вот так. Даже не надо у себя этого делать. Я у себя делал. Раз и прорыл новую черту. Смотрите, вот это двухразрядие или как бы диада двоичных цифр, то есть штуки двоичных цифр, они у меня синхронно с четверичной системой, с одной цифрой шестеричной, четверичной системой числения переполняются. То есть у меня вот эта единичка перескакивает от разряда к разряду одновременно. Я так вот еще сейчас поставлю нолики здесь. Сейчас поймете для чего. Это нолики незначащие. Потому что они согласно развернутой форме записи числа мне никакого значения не дадут. Ноль в какой позиции не стоит, он ничего не значит. Вот. А теперь смотрите дальше. Я просто продолжаю считать. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Или 1, 1, 1, 2, 1, 3. Смотрим внимательно. У меня, если вот это считать за двойку, это и есть двойка, да, получается, что две младшие цифры значат двойку, да, и они у меня ровненько соответствуют одной цифре четверичной. То есть четверичная и двоичная являются родственниками. И каждая цифра четверичной как бы параллельно переходит в две циферки двоичные. Понимаете? Можно это проверить дальше, но тут лучше или мне просто поверить, или доказать это, исходя из развернутой формы записи числа. Доказательство несложно. Давайте посмотрим, что там. Ну тут пока происходит все нормально. 5, 5, 6, 6, 7, 7. А вот дальше
Дальше. У меня происходит тройное переполнение двоичной. И переполнение восьмеричной. Закончились цифры. То есть у меня здесь цифры 8 нет, записывается 1-0. Двоичной 1-0-0-0. Я сейчас допишу третий нолик вот тут. Дополнительный не значащий ноль, чтобы выровнять все под три разряда. Вот так. 16-ричной проблемы нет, там есть цифра 8. Дальше 1-0-0-1. Это у нас 1-1. Да, это 9. 1, 0, 1, 0, это 1, 2, это 10. Да, это 1, 0, 1, 1, это 1, 3, это 11. 1, 0, ой, прошу прощения, 1, 1, 0, 0, это 1, 4, это у нас 12. 1, 1, 0, 1, это а почему 10, 11, 12? Чего 16? Тихо. Ну вы потерпите. Ладно. Думаете, случайно ошибаюсь. Это 13. У меня 1, 1, 1, 0, это у нас 1, 6. То есть 14. 1, 1, 1, 1, 1, 7. То есть у нас 15. Я ожидал, что вы тут закричите, надо помолчать. Да, действительно. Чего люди кричат? А кричат они законно на самом деле совершенно. Дело в том, что в 16-ричной системе вычислений не должно было быть переполнения разряда. Я начал писать 10-ричной. Надо исправиться. Вместо десятки надо писать какую-то другую цифру. Давайте напишем цифру А. Кто скажет, что это не цифра, пусть бросит в меня мел. Это цифра. Если вот эта цифра, да? А, это тоже там цифра. Почему латинская А не может быть цифрой? Это цифра, но в десятичной ее нет. Но извините, в двоичной цифры 3 нет. Понимаете, цифра. Понятно? Цифра это что такое? Это символ, который имеет численное значение. Символ имеет численное значение 10. 11 это Б, 12 это С, 13 это Б. Демоническое число. Ну, в смысле, блин, я хотите еще покажу книжку? Смотрите, переведем это число вот это в четверичную систему исчисления. 31. Баллистика, это 13 наоборот. Это мелочь, но она позволяет так чисто запомнить на память. Без логики реальной математической, но на память запомнить можно, что это... Вот так записывает и число 13. Кстати, 10 тоже легко запомнить. 10-10. Да, 11-10-11. Но про 12 я запоминаю уже математическая логика. А что делать, когда букву закончится? А, это забавный вопрос. Ну вот, например, в языке Python, когда буквы заканчиваются, то заканчивается система числения, с которыми он умеет работать по умолчанию. Последняя буква, допустим, цифра, допустим, это Z. Пока Z, пока не закончились буквы, он нормально переводит, распечатывает все системы вычисления, там есть встроенные. Ладно. Вы хотите перерыв? Давайте мы это съедим. E и максимальная цифра это F. F равна 15. Ну, понятно, что она не до 16, поэтому в ней 4 единички подряд. И вот тут-то как раз наступает счастье для программиста. Дело в том, что длинные числа двоичные, неудобны для восприятия визуального, для записи, передачи по телефону и так далее. Представьте, что я диктую 0111, 01, 111, 11, 0, 0, 0, 0. Вы точно в какой-то цифре человек ошибется. Понимаете? Поэтому двоичный код. Двоичные числа, они крайне неудобны для человеческого восприятия. Вот тут вот как раз вот эту вот штуку и используют. А именно, одна восьмеричная цифра соответствует 3 а, двоичных цифр. Одна 16-ричная
Соответственно, тетради, ну, то есть четырем цифрам. Восьмеричная система исчисления проще. Там нет вот этих цифр неудобных. Числа записываются в три раза короче. Давайте какое-нибудь число возьмем. Если вы думаете, что это большое число, то вы ошибаетесь. Ну давайте посчитаем, сколько там цифр. Я пока каждую четверочку точку поставлю. Вот так я еще добавлю. Байт. Это трехбайтное число, извините. Это очень маленькое число. Регистры современных процессоров содержат в себе 8 байт. Я их всего лишь 3 байта написал. Один регистр, там, RAX, современного процессора, 8 байт. Старье, древний регистр, старых, 32-битных. Да, или там вот, ну, я не знаю сейчас, правда, какие телефоны, по-моему, еще пока 32-битные. Вот на них и то по 4 байта регистр, понимаете? А это небольшое число. Да, но, тем не менее, переводить его из одной системы числения в другую, это жестко. Да, а 16-ричную, например, сделать перевести легко. Почему не используют восьмеричную? Ну, она используется, но меньше. Четверичную понятно. Такое число сократилось бы только пополам. Четверичная не очень удобно. Восьмеричная длина числа сокращается в 3 раза. 16-ричная система исчисления лучше. И она не настолько сложна, как 32-ричная. Там цифр слишком много. Вот. А здесь вот полегче. Там всего-то вот сколько получается? 6 дополнительных цифр. Вот. Так вот, мы можем переводить, соответственно, по 4 цифры отдельно, без перевода сквозь десятичную. Прямым переходом из двоичной сразу на десятичную. Получается E7-3-C1-R. Ну или если коротко записать, можно оценить, насколько это дело сократило. Кстати, заметьте, что я разбивку делаю по байтам. Все пробелы. Когда программисты хотят открыть двоичный файл, они достают 16-ричный хекс-эдитор. И когда они смотрят на двоичные коды, они видят вот эти символы. Да? Матрица для него, она скорее вот такая. Вот такая. Ладно, мы закончили с системами исчисления. В принципе, минутку. Так, и поехали вперед. Числа, литералы чисел в питоне. Как числа записываются в питоне? Ну, собственно, если вам нужно упомянуть какое-то число в выражении, то естественно, что должен будет увидеть литерал числа, питон создает объект числа соответствующего типа. Ну и понятно, что есть числа int, а есть числа float. То есть целые integer и float, плавающие точки, дробные. На самом деле питон поддерживает еще несколько видов чисел. Рациональные дроби, десятичные дроби с фиксированной длиной. В общем, всякого еще там поддерживает разных чисел. Но сейчас у нас два вида чисел, стандартные встроены. Но ведь мы можем записать литерал числа в разной системе исчисления, понимаете? Вот там какой-нибудь 1, 2, 3. Это какая? Десятичная? Четверичная? Четверичная. Четверичная? Нет, четверичная для литералов не поддерживается, она не популярна. Но для десятичного это просто вот так. Если это восьмеричное число, то я приписываю в начале 0 и после нуля буковку О. Но дело в том, что в переменных допускается использовать цифры, ну в частности можно было бы О0 использовать как название переменной. Это законное, между прочим. А этой переменной О0 присвоил значение 0, восьмерично, записав его в восьмеричной системе исчисления. Ну это шутка. Запомните, пожалуйста, приписывание О – это в восьмеричной системе исчисления. Есть возможность обратиться к 16-ричной X, 0X. И если я хочу число двоичной 0B, пожалуйста.
двоичной системе числения литерально тоже можно писать. То есть я могу написать x равно, и вот двоичное число как занести напрямую сразу. Если мне требуется распечатать число, кстати, это не к литералам чисел. Это какая? Если мне требуется распечатать число в нестандартной системе числения, то это двоичное, восьмеричное, шестеричное, популярное. То для этого прямого способа вот такого вот нету. Прямого, просто как print x. Да. А если... сейчас, забыл еще сказать, сейчас скажу. Но зато я могу сделать так. Я могу сказать, в кавычках, форматную строку дать, процент, например, d, это значит десятичная, но десятичная мне не интересна. Давайте процент о, в кавычках, это строка, в которую я подставляю формат, процент x. То есть это то, что я подставляю, это бинарный оператор, как деление на целое. Только у него слева тип строка, а справа число. Понятно? Это такой специальный оператор форматирования строки. Вы его встретите еще. Вот. Но смысл в том, что этот x подставляется на позицию вот такой вот штуковины форматной. Конструкции процент о, а здесь о говорит о том, что нужно это число в восьмеричной системе числения сюда внести в эту строку. А распечатывает, print получает уже строчку. Понятно? То есть здесь промежуточная линия, которая переводит. Точно так же можно распечатывать x в 16-яичной системе исчисления и, по-моему, в двоичной тоже. Для любых всех остальных систем исчисления тоже можно, на самом деле, в Python его вогнать. Только это уже не литерал, а вот так это сделать. X равно int. Вот какую систему исчисления? Давайте 17-яичную. Ну и какое-нибудь число напишем. Там, не знаю. G. B, D. Вот это число такое. Да, оно int умеет интовать строки, да, в числа. Но здесь есть цифры, которые вообще-то в десятичной системе числения их нет. Поэтому я могу сказать запятая и сказать ему база, то есть base, основание. Основание равно 17. Если вдруг там встретится цифра h, то он будет возмущаться. А цифра G его не смутит. В 17-яичной такая цифра есть. Ясно? Вот так уж так, если что, вам перевести число можно легко. Вот. Про дробные числа сейчас я подробно не буду, только скажу, что если у вас нужно число вот такого вот типа записать в питоне, то записывается оно следующим образом. Ну, насчет десятичной запятой и десятичной точки я уже рассказывал. В этом случае как? Ну, понятно, 1, 5, 3, 2, да? А здесь вместо этого пишем буковку Е. 10 не надо писать, пишем минус 17. То есть это значит как бы матисса, а это экспонент. А буковка Е, она встроена как бы в литерал числа, и она его описывает. В данном случае используется 10. Так, про литералы чисел все. Теперь раскладываем число на цифры. Ну, у нас для этого есть схема Горнера глобально. Только осталось ее запрограммировать. Это легко. Где мы? Это достаточно легко. А потом мне надо ее оторвать.
Для этого мне надо что сделать? Разделить на целых, да, отбросить дробную часть и поделить. Ну или просто поделить на целых. Для этого я могу написать x равно x разделить на 10, но такие конструкции всегда красивее и лучше писать коротко, сразу в сокращенной записи. X разделить равно 10. Но я уже упоминал про эти операторы, они удобны. Записать в x, x измененные поделить на 10. Теперь давайте с вами посмотрим, что у нас получается. У нас алгоритм вот этот вот является порождающим последовательность. У меня было одно число, а получилась последовательность циклов. А давайте эту последовательность поисследуем какими-нибудь статистическими методами. Простыми. Давайте посмотрим на класс алгоритмов, которые делают наоборот. Они берут эту последовательность и делают из нее какую-то выжимку, получают какое-то число. И такие алгоритмы классифицируют. Я называю такие алгоритмы однопроходными. Если однопроходный алгоритм. Это значит, что они не требуют запоминания всех элементов. То есть им требуется объем памяти, не зависящий от количества этих чисел. То есть математики пишут так, от единицы. То есть какая-то константа, константная память, не зависящая от количества, ну, длины последовательности. Понятно? Хоть миллион, хоть миллиард, а память вам не надо запоминать все эти элементы. Понятно? Это однопроходный алгоритм. Ну и, соответственно, раз нам не надо их все запоминать, то асимптотика у однопроходных алгоритмов, она будет какая? Пропорциональная, просто количество элементов. Итак, давайте подсчет количества. Количество элементов. Сумма и произведение. И я сделаю такую табличку. Давайте я сейчас буду так в квадратных скобках брать последовательность, чтобы их было удобно друг от друга отделять. Представим себе последовательность, в которой ничего нет. Пустая последовательность. Какого количества элементов в пустой последовательности? Очевидно, ноль. Последовательность, в которой содержится какое-нибудь одно число. Чему оно равно? Ну, очевидно, просто, да, давайте только число не единичка поставлю, а какое-нибудь число там, да. x1. Но оно, очевидно, равно просто 1. Да, если у меня какая-то последовательность более длинная, то есть в ней x1, запятая, тра-та-та, xi минус первая, запятая, xi, длинная последовательность, то в этой последовательности я могу сказать что? Что очевидно ее длина равна и при этом на числах было написано, какой у него номер. А в числе не написано, какой у него номер. Вместо этого что? Ее длина равна длине подпоследовательности без последнего элемента. Да? То есть я бы сказал так, что ее длина n, ну давайте я количество буду обозначать n, сумму s, произведение p, production. Так вот, n и тое равно n и минус первому плюс 1. Я делаю специально сейчас такую динамическую функцию, или называется индуктивную функцию. Сумма. Сумма последовательности нуля элементов не определена. Чему равна сумма? Сумма, когда у нас последовательность длины 1, она понятна. Х1. Да? Ну, с произведением, кстати, там песня. Х1. Давайте посмотрим на действующий переход. С и Т чему равно? Она равна предыдущей сумме. Да?
То есть, если я эту же функцию суммирования применю к части этого списка, то у меня получится s и минус первое плюс s, попрошу, плюс x. То есть я просто прибавляю через наше. Для произведения, очевидно, p и t равно p и минус первое умноженное на x. На язык программирования вот это вот переводится тривиальным образом. У меня как раз переменная n содержала старое число n, а мне нужно новое, поэтому я делаю n плюс равно 1. Ну или просто стираю индекс, s плюс равно x, p домножить равно x. Ну, тривиальная красота. Логично. Однако есть некоторая некрасота. А если вдруг у меня последовательность таки пустая? Да? Или скажем так, мне нужно начинать. Первое число, скажем так, получается, я должен обрабатывать отдельно. Первую цифру я должен добывать в цикле. И ее использовать для инициализации вот этого самого S суммы или произведения P. Намного легче сказать, давайте будем считать. Магия. Что сумма пустой последовательности равна нулю. Но это мало. Но вот почему произведение нуля чисел равно единице? Объяснить трудно. Это до определения мы расширяем для того, чтобы на первой итерации, когда мы переходим от пустой последовательности к непустой уже, у нас произошло известный нам ответ. То есть на что надо домножить x1, чтобы получилось x1? На единицу. Поэтому единица равна произведению пустой последовательности. Ясно? Так, вот это базовые вещи. Давайте их загоним сюда. Да? Понятно. N равно s равно 0, а p равно 1. Теперь вместо распечатки на каждой итерации цифры я буду их суммировать и подсчитывать n плюс равно 1. S плюс равно digit и P умножить равно digit. О, все готово. И могу в конце распечатать, во-первых, значение самих индуктивных функций N, S и P, да? А во-вторых, ну, некоторые статистические результаты, статистическую выжимку. Например, сумма разделить на количество. Это среднее арифметическое. Очень даже приятно тебя видеть, пример физическое. Вот. И это все за один проход. Нам всего три переменных понадобилось. Не надо запоминать. Эффективно, быстро, сколько бы ни было там чисел в этой последовательности, все будет проанализировано. Ну, кстати, мелочь, что приятно. В любой системе числения. Пятерично? Пятерично. Двоично? Двоично. Я анализирую число с конца, да, с последней цифры, к первой постепенно двигаясь. Так. Теперь осталось рассказать еще три мелочи. Ох, как я быстро разогнался. Четыре мелочи. Среднеквадратическое отклонение. Эту тему маленькую, которую сейчас я рассказываю. Для того, чтобы вы не забывали никогда включать мозг. Когда вы работаете с вычислительной системой, есть такое искушение. Ну, у него вычислительной мощности много. Я беру, мне нужно что-то вычислить. Я беру алгоритм и вычисляю. Тривиально, правда, да? Вот я знаю алгоритм, вот я вижу алгоритм, все вычисляю. На самом деле, надо подумать немножко. Подумать над тем, а может быть этот алгоритм все-таки плох. Ну, вот, например, мне нужно вычислить так называемое среднеквадратическое отклонение. Квадратичное. А? Квадратичное. Спасибо за исправление моего убогого русского языка. Среднеквадратичное отклонение. Что это суть такое? Я, правда, букву не помню. Как букву не помню? Синус. А? Синус.
Наоборот, похожая такая. Сейчас, секунду. Я помню, а вот он. Да. Да. Вот. Чем она равна? Она равна корню из суммы отклонений очередных итых иксов от среднего арифметического. Да? Ну, средняя арифметическая, в принципе, пишется вот так. И черточку сверху. Знаете, да? И равно от 1 до n. И поделить на, собственно, количество этих чисел. Да, только вот эти вот дело надо возводить в квадрат. Ну, вот такая вот формула. Если кто не знает, все уже знают. Спасибо физике. Итак, она характеризует отклонение случайных величин, да, вот от среднего значения. Удобная, важная штуковина. А теперь скажите мне, можно ли ее, как ее вычислить? Очевидно, как. Мне нужно вначале вычислить среднее арифметическое, да, а потом пробежаться, просуммировать сумму квадратов, отклонение сумму квадратов отклонений, поделить на n и взять корень. То есть алгоритм у меня двухпроходный. Логично? Логично? Значит, все эти числа x, y мне надо что? Запоминать. У меня сразу асимптотика получается по АТМ, по памяти. Мне нужно их заводить в массив миллиардного размера и запоминать. А память эта штука дорогая. Вот возникает ситуация, что такое посчитать в принципе невозможно. На больших объемах данных. Включаем голову. Внимание, смотрите. У меня здесь что? Биномы Ньютона. Да? Каждая из их сумочек. Ну я, давайте единицу, наверное, я сейчас вынесу на квадрат. Я что сделаю сейчас? В каждой из этих нитых сумочек я сделаю сейчас микрореволюцию. Я раскрою сумму, но скобки внешние я оставлю, чтобы было понятно, что все это под сумму. Х и т в квадрате минус 2 х и т х среднее плюс х среднее в квадрате. Логично? Правильно. А теперь самое сложное, чисто визуально. Понятно, что вот эта сумма вот этих вот штуковин, это три суммы, по сути. Так? Это понятно? Ну, потому что коммутативность, вот перестановочные знаки. Раз, сумма, сумма, точнее, вот этих вот членов, я могу все эти члены перегруппировать в три суммы. Только у меня получается единица разделить на корень из n. Под корнем у меня сумма и от 1 до n x и в квадрате. Минус 2 я могу вынести за скобку, и более того, x среднее является константой. X среднее является константой. И он тоже может быть вынесен из вот этой средней сумочки. Минус 2x среднее, а остальное в сумме остается. X и равно от 1 до n, x и t. Да? Понятно, что я напишу. Вот это минус, а x и t остались суммироваться. Так, и плюс что? У меня просто n раз суммируется x среднее в квадрате. То есть действительно n жды x среднее в квадрате. Да? То есть последнюю сумму я просто посчитал при помощи умножения. Так, теперь посмотрим на вот эту штуковину. Что это такое? Это же почти среднее арифметическое. Да? Тут сумма всех элементов, ее только поделить на n надо. А там еще и деление на n у нас как раз есть. Давайте его обратно в корень затащим. Да? И посчитаю, что у нас получится. Что у нас получается? У нас получается вот эта форма, вот эта штуковина. Это и равно 1 до m x и t в квадрате поделить на n. То есть средний квадрат. То есть среднеквадратичное, но не отклонение, а просто среднеквадратичное число. Да? Понятно? Так. Минус 2
дважды x среднее. А это снова x среднее, то есть x среднее в квадрате. И плюс x среднее в квадрате. Да? Или, короче говоря, получается у нас здесь так называемое среднее квадратов. Да, я, видите, я поставил квадрат под усреднение. Да? А здесь у нас просто сократилось. И все. Минус x среднее в квадрате. Эта формула тоже есть, ее можно было просто вспомнить. Но мы ее вывели на всякий случай. Просто поковыряли, поковыряли. Опа. Я к чему? Дело в том, что вот эта штуковина, она вычисляется однопроходно. И средняя квадратов однопроходно. И средняя обычная тоже однопроходно. Понимаете? И мы сразу не нуждаемся, применяя правильную формулу, не нуждаемся в том, чтобы запоминать. И нам не надо было двух проходов. Поняли? Вот это очень важно. Включить голову, подумать, если, ну, как это вроде бы, о, сейчас у нас проблема счета возникает. Так, это сложная вещь, я вам рассказывал. Теперь поставить несколько простых. Числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Давайте делаем там. Нет. Так. Числа Фибоначчи – это прокролик. Они еще появятся в нашем курсе. А, задаются они в следующей последовательности. Числа Фибоначчи. У нас в первом месяце появилась одна пара, первый месяц, одна пара кроликов. Но они маленькие. Через условный, ну на самом деле не месяц, я знаю, что период другой, то будем так считать, что через месяц они стали полнозрелыми. И на втором месяце, да, а, прошу прощения, на втором месяце они еще никого не принесли. Да, вот они вот есть у нас, да, и вот здесь они у нас дозрели. На третьем месяце у нас происходит что? 1 плюс 1, да, одна, там есть парочка. Молодых и одна парочка уже матерых. Кролики не умирают. Дальше у нас та пара, которая уже старенькая, вот она, единичка, она приносит еще одну пару. Та повзрослела как раз. Получается, в общем, 1 плюс 2, 3. Следующее, да, в пятом месяце, эти двое приносят еще двоих. Да? А одна, которая тут молоденькая, она никого пока не приносит. Или, короче говоря, 2 плюс имеющиеся 3, то есть 5. 2 плюс 3 равно 5. 3 плюс 5 равно 8. 5 плюс 8 равно 13. Да? 8 плюс 13 равно 21. 13 плюс 21 равно чему? 34. Ну и так далее. Логика понятна. Да? Суммируем два последних числа Фибоначчи, получаем следующее. А, как это организовать? Это можно сделать однопроходным алгоритмом, по сути. У нас задача вычислить n число Фибоначчи. Это, правда, не, совсем, как сказать, не столько однопроходно, но в смысле по памяти даже самое что делать. Не запоминать все эти числа. Просто пробежаться, добежать до нужного числа и вот оно. Но мне нужно не один счетчик, как это было с количеством суммы произведения, а два на запоминание двух последних чисел. Я заведу себе f 0 и f1. f0 это будет предыдущее число, половозрелые кролики, а f1 еще не половозрелые кролики. Когда я буду переходить от одной итерации к следующей, это не смешно. Было бы странно, если бы кролики были бесполые. То у меня что? Новое позапрошлое число, это бывшее прошлое число. Помните, присваивание кортежей же я уже показал, обмен переменных значений. Ну вот, f1 старое уходит в f0. А чему равно новое f1? Оно равно старому f нулевому плюс f1. То есть я вычисляю новое число Фибоначчи, отправится в f1. Таким образом, вычисляя вот это действие
несколько раз, да, столько раз в цикле, сколько надо, я получу n-е число Фибоначчи. Ясно? Это надо расписать, или это не очень сложно? For i in range. Правда, надо понимать, что первое вычисление, оно идет сразу третьего числа. Правда, тоже можно схитрить. Тоже можно схитрить, можно добавить нулевое число Фибоначчи, на котором у нас было 0. Тогда у нас получается, что 0 плюс 1 равно 1. Можно, чтобы первое вычисление вычисляло нам второе число Фибоначчи. То есть чуть-чуть полегче, потому что иначе для младших чисел Фибоначчи придется в любом случае придется делать проверку. А если число Фибоначчи меньше 2, то или 0, или 1 вернуть. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда потише веду себя. Логические операции в языке Python. В принципе, вы их уже должны были видеть. Про них будет подробно в следующей лекции. Про логику. Но они вам нужны будут для следующей работы, поэтому я их вам расскажу. Логические операции. Итак, и или нет, да? И или и не, основные. И записывается как end, или как for, не как not. У not самый высокий приоритет, у и второй приоритет, у или еще более низкий приоритет. Все подробности потом. Так. Понятно, что записывается, да? Пока там x больше нуля, n. Правда, на первой итерации вылетит, потому что диджит ничему не равна на первой итерации, да? Будет ошибка. Ну не знаю, x процент 10 равно, не равно 3, и цифра последняя не 3. Ну, то есть можно добавлять в любом случае какие-то дополнительные условия. И через и или нет. Так. Описание простых функций с параметрами. Очень просто создавать функции. Функции — это подпрограммы. Опять, я подробнее буду про это рассказывать, но они вам уже нужны, поэтому очень кратко просто синтаксис. Ну, например, мне требуется написать функцию, которая вычисляет число Фибоначчи. И вот я пишу f от n. И я здесь запускаю f0, f1 равно 0,1. Ну я с нулевого начинаю, да? И потом for i in range. Решаю, собственно, задачку. A in range, так, первым я буду вычислять число номер 2 от значения от двойки до n плюс 1, чтобы n было включительно. Я вычисляю f нулевое запятая f первое равно f первое запятая f нулевое плюс f первое. В результате у меня мое вычисленное n число содержится в f первом. Если вдруг n равнялось единице, то у меня ни одной итерации не будет в цикле, и f первое будет сохранять себе единичку. И только в одном единственном случае, когда у меня n равно 0, тогда у меня будет ошибка, и у меня будет в f1 не то, что надо. То есть, в принципе, если я не буду спрашивать про нулевое число Фибоначчи, если моя функция будет работать только для положительных номеров числа Фибоначчи, то я могу смело возвращать f первое в качестве результата. Оно содержит последнее n число Фибоначчи. Итак, что мы тут видим? Первое. В заголовке функции программы пишется слово def. Это сокращение слова define, определять. Есть идентификатор, который характеризует название функции. У разных функций должны быть разные идентификаторы. Есть параметр, передаваемый. Это фактический параметр. Это формальный параметр.
когда я описываю функцию, я еще не знаю, какое конкретное число туда мне передадут. Но теперь я смогу вызывать, ниже по тексту, я смогу вызывать эту функцию и распечатывать f3, f5, делать это столько раз, сколько мне захочется. F7. Да? Давайте узнаем число Фибоначчи, находящееся под номером числа Фибоначчи 5. Пятое число Фибоначчи равно 5. Так, ради шутки, да? Ну, можно результат функции отправить в качестве параметра внутрь функции. Понятно? Да. То есть это выражение, которое требует определенного там, последовательности уже вычислений, но тем не менее такие как удобные и красивые. Логично, да, когда логарифм от синуса. Ну вот, надо слушать число Фибоначчи под номером числа Фибоначчи. Вот, ладно. Что нам осталось для суждения? Слово return. Надо понимать, что слово return прекращает выполнение функции. Если я тут напишу print чего-нибудь, например, print never, то оно будет распечатано never. То есть до него никогда не дают выполнение, потому что случился return. Ясно? Так, ну я в принципе весь материал сложил. Я молодец. Спасибо вам большое. Подождите секундочку, давайте вопросы. Да. Да. Это так называемый вызов функции. Да, это вызов функции. Это описание, а это вызов. Вызов может находиться только после описания, потому что иначе он будет не знать, что такое f. Все, спасибо. Да? А это строчка, за которой выполнение никогда не дойдет. А почему это не дойдет? Ритор, значение А, то есть...